Итак, ровно минуту назад мой поезд, ну и я, естественно, прибыл в Санкт-Петербург. Ну что, Амич, все, до свидания. Ну что, вот конец платформы Ленинградской. Ну вот этот ЧС-6 нас вез. А вот так вот выглядит Варшавский вокзал. Признаться, я первый раз вижу в таком его ракурсе, целиком с фасада. Обводной канал. Обводной канал. Признаться, я даже и не ожидал, что тут есть утки. Но в Варшавском вокзале с фасада, оказывается, даже нет входа. Ну, а это недалеко Балтийский вокзал. Хотя он менее красив, но зато тут кипит жизнь и движение. Вот с него-то я и поеду.